Всем привет! Приглашаю вас на мой праздник 13 июня в 17:00. Так, стоп, сынок, это не детский праздник. Праздник Хатнатой символизирует то, что ты стал мужчиной и мусульманином. Наши друзья и родственники, мы приготовили для вас прекрасный праздник в стиле очарования Востока. Тань, а как должны быть одеты наши гости? Может быть так? Нет, не так. Или вот так? И не так. А, ну может быть тогда вот так? Да нет, не так. Это вообще все не то. Вот такой дресс-код на нашем празднике. А за лучшие образы будут призы. Веточка сакуры, качан капусты и перфоратор. Это все шутки, но призы будут достойные. Для предстоящего праздника мы подготовили крутую шоу-программу. Надежда Кадышева. Плывет веночек вдоль ночной воды. Кайметов. Вспомни меня, ты вспомни меня. Пусть зайдет на небе наша звезда. Кирилл Ли. Кому ты в мыслях даришь любовь? Десятиклассница. Нет, у нас вечеринка не а-ля 90-е. Будут классные современные звезды. Дорогие наши друзья и родственники, ждем вас 13 июня в 17:00. Ресторан «Санжар» Балрум, улица Аэропортная, 29А.